Всем привет! С вами Ольга Чернова и мои краткие описания всех сортов томатов. Вот еще один довольно-таки новый сорт, сибирский изобильный. У меня большинство томатов сибирской селекции, потому что именно они у нас дают хороший урожай. Мы южными сортами сильно не увлекаемся. И я вот вас сейчас познакомлю еще с одной новинкой сибирских селекционеров. Это сибирский изобильный. Ранний, очень урожайный сорт сибирских селекционеров для теплиц и пленочных укрытий. При высоте растения до 1,7 метра, 1,70 метра, короче, на кусту формируется до 7 кистей с 8-10 удлиненно-овальными плодами. Остальные цветки в кисти рекомендуется прищипывать. Густо-красно-малинового цвета, плоды гладкие и красивые, массой до 200 граммов, томаты на особицу вкусные, плотные, пригодны для употребления в свежем виде во всех видах переработки. Урожайность при хорошем уходе достигает 5 кг с растения. Сорт дружно отдает ранний урожай, также обеспечивает стабильное длительное плодоношение вне зависимости от погодных условий. 3 растения на метр. 3 растения на метр при размещении 3 растений на метр 15 кг с квадрата урожайность. Это хорошая урожайность для нашего сибирского региона. Как я говорила, что многие сорта в южных теплых регионах дают больше урожай, у нас чуть поменьше. Но вот эти именно сибирские сорта, вот перед этим был рубиновый кубок, они немного похожи, но они, разница у них в том, что я вам сейчас показывала. Рубиновый кубок у нас будет всего метровой высоты. Вот видите, у них даже плоды немного похожи и по весу. Этот будет покрупнее, и у него куст метр. А этот высокий, уже указано 1,70 м. И масса чуть меньше, указано 200 граммов. Но вообще они как в принципе похожи. Если вы не боитесь ухаживать за высокими томатами, если у вас есть время, можно выбрать этот. Если хотите все-таки поменьше ухода, можно выбрать рубиновый кубок. Можно посадить оба. Оба сорта сибирской селекции очень хорошие. Смотрите, какой красивые, вытянутые формы, ярко-красные. В натуральном виде они смотрятся очень живописно в огороде. Вот такие вытянутые бочата, как она называется, бочонковидной формы. Вот это сибирский изобильный. Если будут хорошее лето, без всяких там проблем, без градов, без заморозков, получите хороший урожай красивых вот таких плодов. До свидания. С вами была Ольга Чернова, и это сибирский